Итак, давайте продолжим, получается, рисовать нашу планету. Вот такая вот у нас получается карта. Уберем в сторону. И... А, кстати, можно поэкспериментировать. Ну, честно говоря, не очень хочу экспериментировать в плане того, что, наверное, даже наоборот. То есть, чем меньше у меня будет точек, тем проще на самом деле будет дальше работать. Итак, мне нужна только одна половина. Разрезаю ровно по точкам и одну удаляю. Тоже уберем в сторонку. Так, карту мира мы заносим в символы. Давайте ее как-нибудь обзовем. Находим эффект 3D. Вот, мне необходимо вращение в другую сторону. Получаем сферу. Теперь проецирование. Серая – это видимая часть, а темно-серая – невидимая часть. Берем нашу карту. И я зажимаю Shift. Теперь мне надо ее растянуть. Теперь мне надо просто как-нибудь красиво поставить. Ну, учитывая то, что у меня ледовитый пульс северного у меня нету вообще. Ну, потом мы его дорисуем, ничего страшного. А еще видно, что вот тут вот не хватает части. Давайте нажмем ОК. И вот здесь поставим только, допустим, передний план. Снова заходим в проекцию. Вот, теперь у меня все гораздо проще. Все гораздо, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее, да? Не бывает совсем все просто. Так, мне надо поставить, чтобы это было примерно, да, узнаваемо. То есть не так, чтобы прям... То есть я не претендую на составителя карт, да, на все такое. То есть я думаю, это и так понятно. То есть сейчас у меня главным планом идет здесь сейчас Африка. Ну-ка, давайте нажмем ОК. ОК. Зайдем в символ два раза. И мне кажется, тут расстояние должно быть как бы чуть-чуть побольше, нет? Зажимаю Alt и Shift. Нарисуем схематически тоже северный полюс в том числе. Вот так вот. Выходим. Вот, и как видите, в моем 3D, так сказать... проецирование, да, тоже немножечко изменилось. Так, у меня не... А, вот окно оформления. Выделяем нашу планету и заходим в наш вот эффект 3D. Так, все то же самое. Так, и теперь, так как у нас наш немножечко узор изменился, давайте его тут тоже подправим. Вот, допустим, так мне нравится уже гораздо больше, больше расстояния и больше на что-то похоже. Ну, опять же, нажимаем ОК, ОК, и трехмерную, скажем так, сырую вариант я, трехмерный сырой вариант я убираю в сторону, а с этим я дальше продолжаю работать.